Как сделать воду безопасной территории, не понаслышке знают инспекторы по маломерным судам. Поэтому ежедневные рейды по местам массового отдыха призваны донести до ульяновцев элементарные правила безопасности во время отдыха у водоема. На этот раз профилактический десант высадился на, пожалуй, самом востребованном у жителей месте отдыха – центральном пляже. Элементарные правила должен знать каждый – не заплывать за буйки, не купаться в необорудованных местах. Особое внимание – недопущение оставления детей без присмотра. Такая халатность может стоить жизни. На этом рабочий день инспекторов не заканчивается. Группа отправляется на плановое патрулирование акватории Волги. Нарушителей долго искать не приходится. Например, мужчина на надувном матрасе отплыл слишком далеко от берега. В числе нарушителей и рыбак на резиновой лодке. Ваш тип судна является маломерным судном, который не требует государственной регистрации, но вы должны соблюдать правила плавания по водным объектам. И ваше удаление на вашей лодке от берега не должно превышать 500 метров. Давайте, снимайтесь, идемте к берегу. И подобных мелких нарушений встречается на каждом шагу. С начала периода навигации было зафиксировано более 160 нарушений со стороны владельцев маломерных судов. К нарушителям, как правило, применяют административные меры воздействия в виде штрафов. Анна Тищенко, новости Ульянской правды.